Ну, в принципе, если бы цель попал, ты долетел. Алло, ты где? А вот этот союз. А, ну ты на футбол приедешь? Там мы встретимся. Вот туда один твой старый незнакомец, поговори с ним. Привет, Михаил. Алло. Ты узнаешь меня, нет? Они себе репутацию заработали. А? Это Николай Васильевич Ананьев. Назад, есть такой! Алло. А у Сани такой телефон не видно. Ага. Значит, Сережа, я тоже буду на футболе вместе с Виктором Шахметовичем. Кто подтянется еще? Да. Или ты последний уже, замыкающий? На футболе встретимся и поговорим, хорошо? Давай, давай. Он мне пишет, он мне еще не пишет. Да, он говорит, как пишет. Привет, Валер. Почему такой сосредоточенный вид? Можете физиономию сделать помягче? Мужчина в очках. Это Саня. Еще и глухой. Место высматривает. Там же все забито. Молодец! Молодец!
Он их так держит. Так, на яйца. А, попал, да? Нет, попал. А что, не поняли? Ладно, так, я не попал. Не попал, ребят, свободно. Правильно. Не, лучше, давно. Хуилки, хуилки, какой же не, ну он-то вот. Да ладно, он вот так, вот так. Но он не берет, блядь, ну почти к яйцам. Вот все они, блядь, они вот. Можно подумать, что мне вот, может, неудобно. Не, ну вот это лучше. Я стою, когда... Сказал, идеальная позиция. 32-33. Да, поедем? Сейчас. А, ты в городе еще пока? Через сколько? Куда звук сделаешь, я вот там буду поехать. Мази ты. Еще. Да нет там дырки! Там за мной вторая линия защиты! Лёха, тоже непростой чувак.
Я бы 17 лет купил. Что за щит представляет? Нет, а мы почему? Нет, нет, нет. Вот. Полный коридор!
Олени, пацаны, мы. Там Семплюкевич еще один. Они из семерки подъехали. А, Гайсин? Да. Я тут смотрел просто статистику за 8 год. Да, Симплик, он постоянно время теперь только в семерке-то катается. Блин. Когда начали, там проиграли Красного Яра 21-23, дома прибрали Красного Яра. Потом в Минусинске прибрали 7-8-5. Когда они с этого, с какого-то кубка приехали. Это помню, что... Коля! Коля, созвонимся, ладно, давай. Там так хороший сервис, как можно. Тоже сам не работал.
Он уже второй раз за 3 минуты. По футболу что не успевает. Я и сказал. Я вот не знаю, у меня на облаке тоже есть на мейле. Когда я там регистрировался, мне дали терабайт. Да ладно, какая-то акция, я не знаю. Года два назад. И до сих пор у меня... деньги сейчас 100 гигов. За 500 рублей в год. Ну вот, а у меня бесплатно. У меня бесплатно, то есть у меня там занято, естественно, пара гигов в другом, говоря. Нет, ну побольше там фоточка. Да, терабайт. На Dropbox 5 гигабайт. И там приходится чистить, чтобы не вписываться. Яндекс.Диск, не помню сколько. Ну, у меня там не так. Ну, они сразу 50 дают и все. Они там потом добавляют еще там. Нет, почему там? Посоветовал одному товарищу. В день рождения они добавляют. Давай себе советуйте. Да у меня есть. Так что совет есть совет. Что, добавлять не надо? Ты же хотел. Но в Яндекс.Диск есть это. Водопой. Андрей, будешь водопой? Будете водопить. Нервы. Тучки начинают ходить. Лево!
Олег, управляй свой! Не нужен за подъем там! В краю преимущество, два игрока! Самый главный адресат. Всегда. Или Олег, заводи команду. Зачем нужны эти удары? Ладно. Интересно. 84. 307. Арту заводи. Еще один брат. 31. Что-то он как передал, знаешь, какой-то. Право пойду, справа, справа, а ну мне. Давай, Давай стоять, бочаны и рабы, давай стоять! Тебе это не объяснили? Я уехал, все это. Мне звонит мой фотограф. Ты знаешь, я говорю, я металлург, поехали. Предположить только могу, что там проще было открытие устроить, там звук организовать, все такое. Могу только так. И вот это для этого потом, чтобы потом туда тащиться, это все. Народу там и так мало было. Человек, а, я смотрю сейчас на вас. Спортсмен только. Ну, вас тут сейчас протерты эти самые. Стоит бетон на покрытии. То есть это, наверное, прошли вот эти вот ГТОшники, да? Однако пиво, однако шибаем, да? После воздержания. Ну, да. Жарко, не знаю. Один слой остался. Сейчас перерыв будет с Белевичем. Мянца, да? Надо Витку позвонить. Да, с вами, да? Короче, добавит еще, наверное, несколько. А то прибавишься и точно. Футбольный тайм будет. И как в футболе через себя забьют, да? Красиво. Ну, шачили хорошо. Причем бугал лучше. Краф плетелочка. Правда, не помогло. Не, ну да, жалко. Они, видишь, они окушивали всю игру, чтобы с игры забить. Я не знаю, а перед этим как было попадание в перекладину. Правда, от руки там. Ну, еще сыграл. За сборную Польшу забил 18 мячей. Ни одного матча команда не за что у нас получается? То, что нам купили, а он с мобильным играет. Вась на Бельгии. Вчера я не они же не сыграли, да, Бельгии? Они все не играют. Вот это сетка там вообще. Италия, Испания. Следующая. Слушай, они будут ночью играть, да, Италия, Испания? Они завтра. Ну, ночью, по-моему, или как? Или 8, 9 вечера, 8. Нет. Там два матча же осталось.
Чили-то вышли дальше. В смысле, ну, чемпионат Европы, Чили-то прошло дальше. А Бразилия. Мы говорим, ну Чили вроде бы другой континент. Да? Какой? Ну, Южной Америки, они в финале должны быть. Да? А кто чемпионат Европы, говорит, выиграл? Так финал так будет через неделю, следующее воскресенье, да? Ну Чили-то выиграл уже. То ли чувак где-то потерялся, то ли база. А тут бал. Наткнулся на это. На это? На это. Какой бьет номер 11? Я не видел номер. Если занес, он не может вернуться. Если он правша, то он поранился на спину. А занес я тоже не знаю. Да вон он идет, он просто все есть. Сидеть прикрыл на спину, хорошо так. Восьмерка про автомата недолго простояла ряд на вену. Потом вылечишь.
Вернее, болельщики, да, сподвигли на отставку. Почему? Никита, нечего тебе там делать, блядь! Они там устроили демонстрацию около крыльца администрации. А Дима должен был, судя по всему, ее не допустить. Да. И все, это послужило поводом. Ну, не только это, но это был последний. Это был как повод. Это был последний соломинка, как переломила хребет и блюдо. И с тех пор у нас Дима Анатольевна такая. Я вопрос задаю.
стало, поэтому я такой, ну, не стал. Не смог подать в тарелку. Да нет, девочка не предсказывает. Надо из заказа. Сейчас еще один перерывовый, на водопу и все, он скажет. Лево, лево, лево! 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 Лево,
Вперед. Быстрее, 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 Олег! Вообще не соображает. Как-то было сказано, что это точно акцентировать внимание. Кому-то хватило бы ума подсказать. Нет, так кому-то надо это. Им-то им зачем это? Им это интересно. Шевченко, ну вот, хоть на Кузнецке последний год. Посмотрим. Не факт. Сколько денег. Я вчера разговаривал с Соловьевым. Ну я аж видел. Ты же видел, мы стояли. Поговорили. Он, мне кажется, сам не знает, что будет. Тяжело же. День всех хорошего народа, более-менее приличный. Денег совершенно нет. А берут этих всех выбирать, блядь, искать золотое гнездо среди дерьма, понимаешь, это... Ну, понимаете, спорт же большой спорт. Это талант. С хорошими руками могут пить водку, по бабу ходить, хорошо, удобно. А вот делать большие результаты, к сожалению, не одаренные. Вот одаренный ход. Кто бежит 1-0, никогда 10-4 не побежит. Соответственно, 1-4, 10-0. Просто будет другое. Ну да, то, что они просеют вышку. Как там говорил у нас в свое время, товарищ? Золотого-то песочка мы наводим, да? Посмотрел 30 секунд, глянул 2 десятка, пол секунды ушло, люди перестроились. Витюша, а если пойдешь, а мы здесь не разбросим, пошел нахуй, гоняный. Вот, человек первый номер сборной СССР, первый номер, понимаешь, Бобров, такие уровни, такой, пошел нахуй. Весь разговор, метров 42 попал, не сами попал. Так, ну что, вроде, не говорить, нечего сказать, ну это все, блядь. Потому что, блядь, психика была устойчивая, страшно, просто страшная устойчивая психика. Не сбить, не сшибить, ничем. Сколько он, блядь, мне до слез радости наводил, да? Шеф, да я проигрываю, блядь, чем-то шеф. Да занесу, блядь, занесу, блядь, консервы, блядь. Ну весь же избитый, перелом челюсти, нижние ветви, все это, блядь. Ну, блядь, жалости к себе. Жив. А? Да, пьет как пьет. Ну, пьет просто на пенсию, пьет. Да нет. Талантливый человек, одаренный. Просто одаренный. Помню. Кстати, самое высокое достижение, имейте в виду, это 63 метра. Он забил в Ташкенте. Мы играем последний матч с местными. 63 метра. Вот, представляете, откуда? Вот. Вот 50, вот 60, вот где палец вот стоит вот этот крайний. 14. Ну, это что-то понятно. Вот пример, ну чуть ближе там, ближе от кто это, ну, где коридор обозначается, 10 метров. 15 метров. Вот примерно там. Так, примерно 63 метра. И вот он это. А мы играем с местными. Если мы выигрываем, мы первые, первые лиги. Если мы проигрываем, то мы третьи, ничья вторые. Вот для сложности так вот ситуация. А мы быть посильнее вроде это Ташкента. Ну, им, а им помогает
Один из пидоров. Естественно, судья. Судья в союзной категории, как вы, блядь, еврейки из Москвы. Готово, блядь. Готово. Пидор был редкостный, блядь. Раз, значит, фу, как на фамилию. Ну, честно. Не важно. Он помогает. Там надо чуть-чуть помогает. И вот остается минут 4, мы проигрываем 11-9. Не проигрываем, 9-11. Дает штрафной, вот отсюда. Он не верит. Москвичный. Никто не верит, что забьет. А сразу минуты 2. Ну, сдал штрафной. Там же он разбегается, блядь. Он уже не капит, блядь. Уилкинса, блядь. Прямо, по прямой. Она как его приложил, чтобы летел туда. Как дал. И он бежит, что начали в ворота. Он бежит, блядь. А народу было, ну, стычок. Он бежит только трибуны и всем местным. Ну, в восторге, блядь. Меня вызывает, блядь, местный боец, какой-то зампредседатель республиканского комитета. Мы требуем, блядь, дисквалифицировать. Я говорю, накажем дисквалифицировать. А сам думаю, что делать? И так же просто на него так же. Так же, говорю, накажем, дисквалифицируем, все. И мы разбегали очко. И первое место. Вот люди, блядь, какие вы. Ну, там учился. Отец, мать, брат умер. Все, нанесли. Поражены, блядь, генотипчик семейный. Все, черт возьми. Ну, вот, в декабре больше всего. Хорошо, нужно тренеров писать игрока, да? Здоровый! Здоровый! Давай,
Совершенно верно. В очечках, которые... Он поработал паспорт, если причем... В темных хамелеонах. А, дома. Ну, хамелеон, хамелеоны же, очки. Он же там был этим... Сейчас редактор «Спорт-экспресса», да, «Спорт-экспресса»? Я не понял, «Спорт-экспресса». Леша Витков. Вот он за вами ушел. Где? Да внизу ходил. Здесь. Мимо Миша, Мимо Миша пошел. Что он делает? Вы пресс-секретаря. Он сыновет сейчас. А сейчас, не знаю, кто не... Ну, сыновет он что? Был сыновет. Все уже. Уже? Не, он там уже остался на поставке, его новый директор оставил на поставке каким-то менеджером по связям с общественностью. Да вот так вот. Держи, последняя информация была такая, не знаю. Грузин после первого тайма вышел, я больше не хочу здесь. Шеф. Что-то не тащили, тащили, сбылись, ничего не сделали. Виктор Шахметович. Так, подожди. Сыновьев центр по-прежнему возглавляет? Нет. Все. А кто вместо него? Вместо него бывший зампред, замглавы администрации, замглавы департамента. Ну, он здесь приезжал, Андрей. Как? Андрей этот. Да. Дудник. Да, да. А, ну который с полномочия министра снимал, он просто, значит, полноценный. Да, он сейчас все утвержден. А сыновьев тогда чем сейчас он занимается? Знаете, ничем, сыновьев сейчас на пенсии. Наслаждается. И сказал, многим сказал, ребят, забудьте меня. Там начали приставать кое-кто из-за слов. Вот при ней. От футбола отказался. Ну что, он больше 10 лет был президентом футбола. Сколько может он финансировать для футбола? Они все болтуны, а деньги всем хотят, все деньги хотят. Он призы, он призы, там оплату, ну, много делал. Ну, находил деньги, не важно. Устал. Собрался в Турции коттедж. Да. В Турцию поехал. Ну, ничего не надо. Все, достаточно. А я говорю, что у нас лучше сомневаться, где мы говорили, чем судим. Я же Мерю сказал, Мерю меня спросил года три назад, плюс он поступил. Как вы оцениваете деятельность семьи? Ну там Мютов был, Сань Курсай, народ депутат. Тот Корнеев. Да, тот Корнеев, и Сань Курсай, народ депутат. Сейчас закончу все. Ну и вот, я ему спросил, слышал, да? Я говорю, знаете, вот как сыновья, человек успех. Вот аргумент. Возглавляет он футбольную команду, мы дважды выходим благодаря ему в первую лигу, дважды. А один раз нужно выиграть 11 матчей из 11. Ребята, кто не знает, ну вы-то знаете. Знаем. Мы и в Барнаул тогда ездили, когда сумасшедшие дела. Я говорю, знаете, говорит, Сергей Николаевич, вот 11 матчей выиграет. 6 дома можно, вот 5 на выезде, я не знаю, как все 5. Вот 11, они за 33 очка, 73. Последний, это как видно.
Только так. Это, по-моему, когда он Лаврова сменил. Да, потом дальше. Он, когда письмо написали, я писал письмо, это же поставить его на хоккей одновременно. При нем команда 5 и 8. Вот Лекова. Ну, 5 и 8. Я после него. Вот сейчас. Вот и будет вот себе Николаевич. За ним Шлейф. Это не мое дело, я не вникаю и вникать не хочу. Я знаю, что мне все напишут, пожалуйста. Но было доказано всем все. Ну, можно любить, не любить, блядь, все уходит. Кто поверит? Человек с успехом. Два фактора, что, во-первых, сам человек неравнодушный, и самое главное, умеет еще и финансов привлекать, что немаловажно в этом все. Вот. Найти, изыскать, вырвать, договориться. Футбольный металлург отремонтировал, он при нем 17 миллионов где-то нашел. Плохо, не хорошо, но отремонтировал лет 10 назад. А этот вот сейчас Басаев в курсе идет? Да знаем, как он. Все фокусы идут, туда-сюда, что-то все. Со своим уставом в чужой монастырь не ходит. Вообще пошли тихо. И все. Французы. Ну, вы поняли. И вопрос сняли. И вот вопрос я снимал только так. Подскажу. Да что? И у себя во Франции там. Бордо. Команда. Здесь мы, в России. Привлекают тебя. Я должен встречать тебя в этом международном турнире. Без ошибок, иначе не простят. Ну, то, когда ты заглядел себя, значит, получишь все. Деньги, звание, свидетель, ну, работать надо за москвичей. Есть закон. За москвичей надо работать, блядь. За них надо работать. Я для этого прикрываю. Чтобы крутился, как бил. Тут и нельзя. Это были времена. Красавец. Разлить! Разлить! А ты же еще знаешь, что международный суд
сумму. Футбол меня возбуждает. Да, я снимаю видео. А, ну только с лидерами играют. Ну, значит, 0-3, 0-5. Реставрация. Меня сегодня утром было. Баня, бассейн.
регби сейчас. Везде. Спортивный прям. Продолжаем атаковать. Атакуем, атакуем. Выиграем, атакуем. 50 лет назад. В 59-м году, блядь, по указанию Хрущева, вы знаете, что не нужен Госкомитет. Госкомитет в 59-м году заменил Союз коммунистической организации. Ни о чем. При Совисполкоме, при Совете. И сразу почувствовали. Проиграли Олимпиаду в Токио в 64-м году. Проиграли в Шатове. Ну, на пари. 60-й Рим, 64-й Токио, 60-й. Проиграли в Токио Олимпийские игры и начали решить, что надо возвращать опять Госкомитет. И вернули в 69-м. То есть, нет, в 68-м, через 9 лет. Госкомитет. Судили Госкомитет, соответственно, комитет. Ну, потому что власть определяет, блядь, все позиции. В стране Совета Посудина. А то Совет Собрел, например, суд такой, непонятно зачем. Совет Аркадия. Ну, чем? Без денег. Я помню. Thank you.
настоящего говорить. Лучше иметь двух фанатистов. И нога. Ой, здорово. Как можно. Ебать, зачем накачивать? Атакуйте. Отодвинул вот так, чужую. Подходи!
заносить за них. Товарищ,
Они выезжали до него Милый друг, всегда.
Никита, нога! Никита! Туда пару подрибли, не сразу! Парни, беги! Чтоб просто было!